Если висит такой камешек над головой. Бам. Там ничего, она идет нормально, там не обрывов, ничего нет. Самое главное, пускота. Вот они были в какой-то щели, говорит. Какой они там щели были? Ну что, видно там камень над головой? Да, не видно. Ой, бочина пустая. Не видно? Видно, видно. О, вот это щель. Шамбалу дорога. Шамбал? Конечно. Ух ты, нифига себе. Все. Прощайте, любимые горы. Самое-то интересное, вон. Там над головой висит треугольный камень. Вон где Ольга идет. Вот. И под ним надо пролезть. Все, я прощена. Оттуда я пришел. И вот сюда я ухожу. Должен выйти вот на эту вершину, наверное. Телепортироваться. Фигуры эти уже, кажется, 100 раз фотографировал. И все равно вызывают любопытство. Вот с этого ракурса вообще непонятно, кто это. Что напоминает. А вон какая мощная скальный город. А мы шли сверху на него, смотрели, вообще ничего себе не представляет.